Всем, ребят, привет! Это Риолиндо, Калифорния, 13 января 2020 год. Я сегодня хочу показать прогресс в созревании грейпфрута сорта Ора Бланка. Ну, вот так вот, как бы, видите, вроде как бы и нет особо плодов, да, вот небольшое деревце, оно ростом, может быть, высоту ростом, высоту около, может быть, 2 метра от силы. Это первый год как бы урожая на этом дереве. Деревце, скажу так. Ну, смотрите. Теперь давайте подойдем поближе. И посмотрим, так ли это, что на нем нет урожая. Давайте, ребят, наклонимся и раздвинем ветки. Посмотрите, что тут робиться, я говорю, украинцы, справжні. Дивіться, що тут делается. Вот такая красота. Вот такая красота. Сейчас я обойду еще с той стороны деревца. Да, и это, ребят, типично для грейпфрута. У нас есть другой сорт. Melgold. Они близкие по происхождению. Были получены вот с этой стороны, смотрите, что делается. Давайте еще вот эту веточку приподниму. Вы видите, какая красота. Это у нас Ора Бланка. Да, закончу мысль по поводу. Да, у нас есть первый наш грейпфрукт, это сорт Melgold. Он родственный вот этому по происхождению Ора Бланка. Очень сильно похожи друг на друга, но это чуть-чуть отличается у него вкус. Это чуть более с горчинкой, очень вкусный. Вот так вот, ребят. Первое впечатление обманчиво. А снаружи как бы ничего не предвещает такого чуда. Видите, особо и нету плодов. Все, всем спасибо за просмотр, бай-бай.